Все, как зовут громко? Стас. Давай. Все, пошли. Да! Охуеть, блядь! Вообще! Ага! Да, блядь! Вообще не страшно, нахуй! Че, красиво летел? Красиво, да. Ёп. Ты, будьте так любезны. Может, вот ты. Меня. Ну да, словите меня. Сейчас, вон Ванька тебя словит. Да, Ванька. А что ты стоишь? Не, слушай, вот так вот падать намного уматнее, чем просто как вот сжавшись. Так. Давай, короче, тебе... Сюда. Все, все, давай. До трубы. Так, подожди, что снимать-то я забыл уже. Ребят, подскажи, что снимать, я что-то забыл. Вот здесь, да. Сначала вот с карабина верхнего, одну лямку снимаешь. А, все, понял. Снимаешь вверх, таску наверх, а потом ноги. Все, нижний карабин не трогай. Ноги дрожат, пиздец. Так, что-то я затупил. Ох, яйца, сука. Что, так, сильно жмет? А здесь какую снимать? Ребята. А здесь, вот, здесь? Вот этот снимать? Верхний? Верхний здесь снимается. Верхний или нижний? Не, не надо, нижний просто, не просто прям спрашивай. А, все, понял, пошли сюда. Ну маловато, надо, надо больше. Слышишь, мандражировал сына? Да и вообще не страшно. Как я тебе говорю. Так что прыгни, там вообще, там все так, во-первых, там низко. То есть они 50 метров, когда ты, блядь, только, блядь, боишься вниз посмотреть. Так, сейчас, подожди, держи. А что, видишь, да снизу? А, ты снимался?